Друзі, вітаю. Це Ютуб 24 каналу і працюю для вас я, Ірина Узлова. Ставте, будь ласка, вподобайки наші трансляції, лайки свої не шкодуйте і поширюйте нашу розмову у соціальних мережах, аби якомога більше людей її побачили та почули об'єктивні новини і не менш об'єктивний їхній аналіз. І сьогодні гість мого стріму Арман Шураєв, общественний діятель і журналіст із Казахстана, який вже появляється на наших екранах. Арман, радий привітати вас. Здравствуйте. Добрый день вам и вашим подписчикам. Рады вас видеть, Арман. А еще мы не сильно рады, а удивлены, но даже и не очень, видеть то, что происходит в России. В частности, в российском Волгограде начинают проведение опроса насчет того, проводить ли референдум по переименованию города Волгоград в город Сталинград. Как вам такое? Достойное возвращение к истокам? Ну, вы знаете, когда нечем гордиться в настоящем, всегда выручает прошлое, да, великое прошлое якобы. На самом деле, конечно же, это, опять же, уход в совок. И мне, конечно, стыдно, потому что город Волгоград один из самых социально запущенных регионов России. Поэтому я уже читал много мемов о том, что вот Сталинград затопило фекалиями, или в Сталинграде живут хуже всех там пенсионеры России и так далее, и так далее. Поэтому, конечно же, я думаю, что это очень, конечно же, такое невнятное и непрофессиональное решение, основанное на ура-патриотизме и только. А вот слово «референдум», оно вообще имеет в России, как вы думаете, свое реальное и практическое воплощение? Вы знаете, я думаю, это такая, опять же, попытка показать, что в России существует демократия, да, так же, как были вот эти псевдореферендумы в Херсоне там и так далее, да, точно такой же псевдореферендум они хотят мировому сообществу показать, что вот у нас есть демократия, наши жители могут голосовать, на самом деле все понятно еще до этого голосования, что там окажется, что 95% жителей Волгограда за то, чтобы он стал Сталинградом. Да, нарисуют сколько надо. Вы знаете, говоря о фекалиях, на днях мы показывали в эфире, как просто утопает Россия в некоторых регионах, даже приближенных к Петербургу, в лужах, которые вычерпывают лопатами, потому что, видимо, нечем. Показывали разрушенный асфальт, просто такие вот горы. Ну, мы видим, как живут россияне. А как вы думаете, им комфортно жить в таких условиях? Их ничего не смущает? Это еще не та стадия, когда холодильник должен победить пропаганду? Ну, я думаю, что уже подходит к этой стадии большинство регионов российских, и недалек тот день, когда на самом деле холодильник победит телевизор. Ну, и понимаете, да, я так понял, что психология российская такая, что вот если у них плохо, то им не стоит заморачиваться, чтобы сделать хорошо. Надо сделать, чтобы еще хуже было у соседей. Вот эта вот психология, чтобы сделать вот, чтобы это было вокруг них, и оно воняло больше, чем у них. Вот я понял, что именно вот такая психология у большинства жителей, к сожалению. А что может стать вот этой отправной точкой, когда все-таки они проснутся, когда глаза откроются? Мне тяжело сказать, понимаете, я уже много раз как-то говорил, даже уходил в историю. Вы понимаете, крепостное право в России отменили только в 1861 году. И неприкаянные вот эти крепостные еще ходили лет 30-40 возле своих помещиков и говорили им, кланяясь поясом и на коленях, «Батюшка, не бросай нас, батюшка, позаботься о нас» и так далее. Да? Поэтому это люди, которые привыкли перед кем-то челом бить, перед кем-то стоять на коленях. И привыкли выживать просто на хлебе и воде. Ну, может быть, еще на какой-то настойке боярышника, да, и на капусте малосольной, понимаете, да. Поэтому, конечно же, вот уровень, вот этот болевой порог российского общества, к сожалению, да, всеми этими столетиями издевательств и внедрение в них рабской психологии позволил им вот этот болевой порог сделать таким, очень таким высоким, да, и люди, которые даже будут находиться в этом, будут считать себя, ну, зато мы показали всему миру Кустину мать, понимаете, да? Ну, пока показать не выходит. Поэтому это очень долго может длиться.
Да, из них они по капле, по капле выдавить из себя раба, на это могут уйти столетия, к сожалению. Да, думаю, вы правы, согласна с вами, Армен. Но смотрите, мы видим, что, по крайней мере, бизнес их не очень-то доволен и сетует на то, что их счастливая, сытая жизнь, особенно сытая жизнь в Европе, под замком из-за Путина. И вспоминают, что, в принципе, обещал-то он, когда 23 года назад первый раз его избрали, кстати, вчера была годовщина, он говорил, что он построит такую Россию, которую не стыдно будет передать детям. А не то, что построил, а разрушает ее, собственно говоря, тем, что ведет агрессивную войну и против Украины, и против всех. И вот, я думаю, вы тоже слышали аудиозапись, которая была выложена в сети Иосифа Пригожина и миллиардера Фархада Ахметова. Они, мягко говоря, не очень радуются Путину, называют его пустышкой. О чем нам говорят вот такие настроения представителей, скажем так, богатой, сытой России, пусть часть из них уже и не там? Показывают ли они, что действительно и среди других представителей их псевдоэлит примерно такой же градус настроения? Я думаю, что у 99% так называемой элиты российской именно такие же настроения, именно такие же разговоры они ведут друг с другом. Ну, просто Пригожин и вот этот олигарх Ахметов, да, кажется, Ахмедов, они да. оказались, ну, просто, да, они оказались просто жертвами профессионализма ВСУ, да, или СБУ. Вот. На самом деле это ярко демонстрирует то, какие настроения на самом деле у элиты. Я думаю, даже у детей всех этих Шойгу, там, Песковых, да и Путина самого. Ну, просто у них нету другого выхода, да. И, к сожалению, понимаете, эта элита, это же всего лишь, вот если взять статистику, то я думаю, что всего лишь 5% россиян это когда-либо пользовались вообще самолетами. И всего лишь 2-3% могли позволить себе даже небольшой отдых там где-то в Турции или в Таиланде. И основная масса дальше своего там областного центра никуда не выезжала. Эти люди не знают, как живут нормальные люди в той же Украине, в Европе, в Америке и так далее, и так далее. Да, поэтому они, конечно же, охотно верят всем этим пропагандистским трюкам, что там Европа голодает, что в Америке там и так далее, да, там омбудсмен российский заступается за французских пенсионеров и так далее, вот. Поэтому, к сожалению, они живут в таком глупом неведении, они не понимают, что мир-то намного шире, и люди на самом деле давно уже забыли про скрепы, что они живут вольной жизнью, что пенсионеры в нормальных странах на свою пенсию могут позволить себе объехать полмира, вот, и жить жизнью такой полновесной, да, а не тянуть от пенсии до пенсии, выкраивая там крохи на то, чтобы заплатить за квартплату и продукты. Вот. А вот, кстати говоря, Российской Федеральной службе безопасности дана была уже команда принять меры в отношении фигурантов этого нашумевшего разговора, учитывая весь уровень репрессивности машины российской, диктаторской. Какие эти меры могут быть? Что грозит вот людям, которые позволяют себе даже не действия, а высказывания в сторону царька? Я думаю, что на самом деле жизнь Пригожина в большой опасности. Я не удивлюсь, если вдруг его найдут упавшим с какой-нибудь большой высоты, с многоэтажки. Да, то же самое про его собеседника могу сказать, что они, конечно же, пытаются придумать разные версии, что это нейросеть сформировала такой разговор, но это бесполезно, да? Поэтому я думаю, что это будет показательная порка, возможно, показательное убийство. Как мы видели, изощренные методы есть у путинской охранки. Они травили ядом своих же граждан не только в своей стране, но и в Великобритании, в странах Европы. Стреляли, я не знаю, расстреливали, да, в той же Германии. Поэтому я думаю, что Пригожин теперь должен стать, ну, каким-то, наверное, человеком-невидимкой для того, чтобы его, до него не дотянулись руки Кремля или там путинских из его же охранки ФСБ.
Арман, ну вот если бы вот эти 99%, у которых схожие с Пригожиным настроение и характеристика Путина, если бы они объединились и пошли бы против него, ведь у них тоже, я уверена, есть методы, они же работают в тех же силовых структурах, они те же олигархи, они, неужели они не хотят ничего изменить, чем им комфортно, если Путин скоро их уже будет обдирать как липок, чтобы финансировать, продолжать свою военную агрессию? Или им просто не надо, или они дальше боятся? Не понимаю. А вы знаете, они же все повязаны круговой порукой. За каждым из них есть скелеты в шкафу. Тот же Пригожин, ну, я думаю, продюсировал кучу концертов в Кремле, в колонном зале Дома Союзов, да, в поддержку Путина, там, его выборов и так далее, и так далее. То есть это люди, которые, да, они ругают своего патрона, но они же не догадывались, что их в этот момент записывают доблестные специалисты службы безопасности Украины, да? Вот. А на самом деле, я думаю, что они патологические трусы и лжецы. Вот. Единственное, вот они просчитались в этом. Они были, конечно же, предельно откровенны друг с другом, возможно. Но они могут быть откровенными только вот в таком интимном телефонном разговоре. А в основном, я уже как-то говорил, что на самом деле олигархам российским проще там скинуться по 10 миллионов долларов и заплатить какому-нибудь Леше солдату, да, чтобы это чучело в Кремле перестало бухтеть и вообще вынесли его оттуда вперед ногами. Вот. Но я могу сказать, к сожалению, я думаю, каждый из них видит теперь, особенно после того, вот как такие разговоры становятся явными из тайного, они видят друг в друге сексота, нету никакого доверия, не было в этой стране, в которой уже 23 года контролируется ФСБшниками. Поэтому я не удивлюсь, если тот же Пригожин является каким-нибудь полковником ФСБ, понимаете, да? Да, не удивлюсь и я, это правда. А, ну, пока что мы продолжаем выносить вперед ногами российские оккупационные войска с наших территорий уверенно и методично. Но, тем не менее, вы знаете, Арман, аналитики Института изучения войны уверены, что Путин не изменил своих целей захвата всей территории Украины. Говорят, что он хочет продолжать в том же духе. А как вы думаете, он понимает, что ему, если еще есть кем продолжать, то уже особо нечем. И страны, которые его еще могли как-то поддерживать, ну, в принципе, от него отворачиваются потихоньку. Или на чью поддержку он рассчитывает? Как вы считаете? Я думаю, что он, конечно же, хочет завести ситуацию в патовую, если выражаться шахматным языком, да, потому что он, опять же, на языке тех же шахматов в цугцванге, то есть каждый его последующий ход ухудшает его положение, и он это прекрасно понимает, что поражение в войне для него означает физическую смерть. Поэтому, конечно же, как человек, который очень любит жизнь, который любит жить роскошно, понастроил себе всевозможных там дворцов в Геленджиках, да, яхт покупал и так далее, и так далее. Конечно же, он понимает, что теперь, когда его обманули, его генералы, которые своровали эти десятки, сотни миллиардов долларов, которые якобы должны были помочь войскам российским за 3 дня взять Киев и за неделю всю Украину, что все это оказалось пшиком. У него другого нет выхода, как делать красивую мину при плохой игре. Вы понимаете, да, опять же, я могу сказать, сравнивая Зеленского и сравнивая Путина, да, когда Карпов проиграл и Каспаров стал чемпионом мира по шахматам, у него спросили, в чем отличие вашей игры от игры Карпова, который проиграл вам? Он сказал, ну, Карпов играет как может, а я играю как хочу. Вот я могу сказать, на сегодняшний день Каспаровым является господин Зеленский, а Карповым является господин Путин, который играет как может. Но он будет играть. У них уже не осталось, да, у них не осталось ничего, кроме пушечного мяса. Конечно же, это большая проблема, потому что при 100-миллионном населении там еще 500 000 или 1 000 000 пушечного мяса просто вышвырнуть, опять же, на украинские окопы, пожертвовать ими для Путина ничего не стоит. Опять же, я не понимаю россиян, и я не понимаю мировое сообщество, которое до сих пор с ним пытается еще нянчиться. По вине одного человека погибло уже сотни тысяч человек. Я говорю и о гражданах Украины, и о гражданах России.
Вот. Творится полнейший геноцид. Когда этому придет конец? Но я верю и убежден в том, что Путину его мечты, эти влажные о том, чтобы захватить всю Украину, они схлопнулись уже через месяц после нападения. Да? И сейчас они дважды схлопнулись под Бахмутом, да, под маленьким поселком городского типа, где они потеряли уже 30 или 40 тысяч там вагнеровцев и регулярных солдат. Какая вся Украина, какая Одесса, какой Николаев, если вы несчастный Бахмут не можете взять уже 8 месяцев. Поэтому этим планом сбыться не суждено. И я уверен в том, что наоборот, уже до конца года большая часть оккупированных Россией территорий будет освобождена доблестными воинами ВСУ. Единственное, конечно же, я понимаю, что ежедневно сотни украинских солдат отдают свою жизнь во имя этой победы. Но, тем не менее, вы правы, останавливаться он не собирается. И вот эти мясные штурмы, тактика россиян, ну, такая же тактика, как и времен Второй мировой, она, по всей видимости, будет продолжаться, потому что говорят и российские оппозиционные деятели, что около 27 тысяч в одной лишь Москве уже планирует собрать Путин. Кроме того, планирует он 400 тысяч строковиков призвать, контрактников. Но ведь это, мы понимаем, что займет немало времени. Но он продолжит их собирать, найдет ли их, или они будут все-таки продолжать убегать, и на что еще он может пойти? Как они говорят, что Запад говорит Украине воевать до последнего украинца, но так кажется, что это Путин готов воевать до последнего россиянина и даже больше. Ну, конечно, это же война технологий, а не война там, у кого больше, там, у кого длиннее, да? И мы видим, что на сегодняшний день в этой цифровой войне полную безоговорочную победу одерживают именно украинцы. То есть Хаймарсу без разницы, там 10 человек или 1000 человек. Одним выстрелом они могут уничтожить одинаковое количество, да, людей или в разы больше. Да. Такого оружия и таких технологий нету у россиян, которые там хвастались всевозможными гиперзвуковыми ракетами, которые у них производятся там штучно. Да. А сейчас, благодаря тяжести санкций, которые наложены, в том числе на военно-промышленный комплекс России, им делать что-то очень тяжело. Да. Но в то же время, даже отправляя танки 60-х, 50-х годов выпуска, нужно понимать, конечно, он же не оснащен там какой-то новой авионикой, там, электронными всякими, но танк есть танк, и он будет ехать, к сожалению. Да. И потенциал все-таки нельзя отвергать российские ВПК. Вот, он еще способен генерировать всевозможные танки, артиллерийские орудия и снаряды. Но я думаю, что после того, как коридор сухопутный между Крымом и основной Россией материковой будет очищен, и после того, как Украина получит все, что обещает Запад, а это суперсовременные образцы военной техники, я думаю, что россияне с этим ничего поделать не смогут. И здесь, наоборот, нужно говорить о войне до последнего россиянина, а не украинца. Потому что украинские командиры, украинские генералы, они в первую очередь занимаются тем, что берегут личный состав. Все остальное вторично. Да, это правда. И всегда сами наше командование ездит на передовую к нашим бойцам. Вот буквально сегодня Александр Сырский, который командует сухопутными войсками, снова был на позициях наших бойцов на Бахмутском направлении, поэтому вы абсолютно правы. Но, тем не менее, Арман, они не сдаются. Они уже трясут всем, чем могут, даже тем, чего нет. Вот сегодня Патрушев, Николай Патрушев, нашим зрителям уточню, секретарь Совбеза Российской Федерации, сказал, что Россия имеет уникальное оружие, способная уничтожить даже Америку. Вы верите ему? Вы знаете, я могу сказать, это, конечно же, уже бредни. Патрушеву уже тоже, по-моему, далеко за 70. Да? Но у меня такое ощущение, что и у Путина, и у Патрушева, и у остальной так называемой российской элиты весеннее обострение пошло. И на фоне провалов, провальной зимней операции, они готовы говорить всякую чушь, лишь бы
Они сами себе, наверное, пытаются убедить в том, что у них есть такое оружие. Я могу сказать, и даже вот эти попытки Путина там о том, что он размещать будет на территории Белоруссии ядерное оружие, это тоже из разряда пугалок. На самом деле, я могу сказать, Путин самый главный трус в России, никогда он не нажмет на эту ядерную кнопку, просто потому что сам хочет физически выжить. И сколько бы они ни бряцали, сколько бы они ни говорили грозных слов, мы уже слышали эти слова там от этого Дон-Дона, да, от Кадырова, да, который тоже когда-то там за 2 дня взял Киев и сейчас молчит в тряпочку. Поэтому я думаю, что все это нужно делить на 1000, все, что говорит любой человек, который работает при Путине. А вот, кстати говоря, этим потрясыванием ядерным потенциалом, как я говорю, кстати, тоже отмечаю, что у них осеннее обострение было, помните, ядерное там в сентябре приблизительно, теперь весенняя фаза. Просто пришла весна, распускаются почки, у них распускаются бредни. И вот Китай высказался. Ну так оно и есть. И Китай вот высказался. Кстати говоря, ждали мы реакцию. Там сказали опять, но-но-но, нельзя использовать. Уже тоже не первый раз повторяют, вторят они Путину, возможно, услышат. В китайском МИДе официальная позиция. Там отмечают, невозможно выиграть или вести ядерную войну и следует избегать войн между государствами, имеющими ядерное оружие, и снижать стратегические риски. Но еще днем до этого заявления пресс-секретарь Путина Песков сказал, что несмотря на любую реакцию Запада, они будут размещать это оружие. Но я так понимаю из вашего предыдущего комментария и в целом, смотря на ситуацию, что, в принципе, дальше словесных угроз не может это дело пойти. Однозначно нет, потому что, во-первых, весь этот ядерный боезапас, который достался России от Советского Союза, вы помните, да, и Казахстан, и Украина добровольно отказались от ядерных боеголовок в обмен на обещание о территориальной целостности, что Россия никогда не покусится на суверенитет ни Казахстана, ни Украины. Но, к сожалению, в очередной раз они соврали, и поэтому мы тоже примериваем в очередной раз на себя ту же украинскую вышиванку. Мы прекрасно понимаем, что если бы храбрые украинцы сдались, то были бы мы следующими на очереди. Но я думаю, что на самом деле теперь все эти минские, будапештские меморандумы помножены на ноль, и только Украина, и только ВСУ сможет поставить на место этого медведя, загнать его обратно в свою берлогу. И в его бункер навсегда. Кстати говоря, Да. вот читая комментарии, ну, я думаю, что международные, например, представители ГААГ его оттуда выкурят со временем. Или свои его оттуда побыстрее. Это посмотрим. Вот спасибо жителям Казахстана. Читая комментарии тоже под нашими эфирами, смотрю, последние дни пишут, что Казахстан за скорейшую победу Украины. Ну, и вы неоднократно отмечали, что население Казахстана поддерживает Украину всецело, всеобъемлюще. А как сейчас смотрят в Казахстане вот на то, что происходит? Вот на эти тщетные попытки Путина куда-то продвигаться, его вот эти угрозы, как в целом вообще оценивают Россию, которая так пыталась позиционировать себя как сильное государство, утверждаться в регионе. Что сейчас говорят по этому поводу? Вы знаете, дело в том, что очень много казахстанцев оказалось разочарованы, даже те, кто поддерживал Россию, даже местные русские, я могу сказать, которые поддерживали Россию, ну, просто в силу того, что они имеют общие исторические корни, да. Но за последний год у нас столько было выступлений, было высокопоставленных российских чиновников, начиная от экс-президента Медведева, заканчивая всевозможными руководителями Госдумы и так далее, в которых они ставили под большим вопросом вообще суверенитет Казахстана, да, и так далее. Там угрожали, там тоже Соловьев тоже говорил, надо скинуть ядерную бомбу на город Алматы казахский, потому что там американская биолаборатория. То есть сами российские политики сделали все для того, чтобы казахское общество, казахстанцы отвернулись от России. Поэтому я думаю, что в этом плане, конечно же, и когда вот такие, понимаете, дело в том, что той же российской пропаганде на фоне неудач в Украине им приходится там нападать на более слабого, по их мнению, там соперника, противника, да, коим они видят Казахстан. Вот. И этим самым они еще, я могу сказать,
от себя, ну, миллионы казахстанцев просто отвернули. И на сегодняшний день, я думаю, что под вашими материалами в Ютубе очень большое количество казахстанцев высказывает поддержку Украине в ее победе и солидарны. Поэтому в этом нету ничего удивительного. И самыми главными виновниками вот антипутинской, антироссийской волны, которая у нас в Казахстане, стали сами россияне. Вот даже я могу пример привести яркий, буквально кейс 2 недели назад. У нас есть сеть пивбаров, Пинта называется. И как выяснилось, одним из учредителей является гражданин Российской Федерации, который запретил в этих пабах включать национальную казахскую музыку. Понимаете, да? Да, и вот. Что ну, ему, конечно, какая же, его какая усыпа уготовлена? Да, и, ну, я могу сказать, мы его очень быстро поставили на место, он начал извиняться, говорить о том, что просто там стратегия у них, концепция и так далее. Ну, я могу сказать, и вот такими неуклюжими действиями сами россияне, которые приезжают к нам, да, якобы убегают от войны, пытаются расколоть наше общество, в наши межнациональные отношения. Поэтому я могу сказать, опять же, Россия, ну, сделала все, во-первых, для того, чтобы сплотить украинский народ, сделать его единым народом, единой нацией, да, которая не делится там на западенцев там, или на восточных украинцев. Да, то же самое, я думаю, она делает для того, чтобы казахи, казахский народ также консолидировался. А, кстати говоря, если говорить и обсуждать силу, авторитет, уже бывший, по всей видимости, Путина в регионе. Мы вас с вами, помните, в прошлый раз разговаривали как раз 17 марта, когда стало известно, что Гаагский международный уголовный суд выписал ордер на арест Путина. И тогда еще мы рассуждали, какой может быть реакция. Ну, видим, какая реакция. Практически все признают, кроме там 5 стран, буквально, что Путин военный преступник. И вот даже Армения говорит, готова ратифицировать римский статут и, если что, задержать Путина, если он рискует. Какие настроения сейчас по этому поводу в Казахстане? И можем ли мы говорить, что его влияние навсегда и безвозвратно утрачено сейчас в регионе, и уже даже ни о каком АДКБ и ни о чем таком мы говорить больше не можем? Ну, вы знаете, я могу сказать, что, конечно же, народ поддерживает Украину, в отличие от наших властей, которые являются в неком роде, я считаю, пособниками Кремля. Очень много людей в нашей элите, которые являются или вынужденно играют под дудку Кремля. Я могу это судить, потому что вот у нас состоялись парламентские выборы, и абсолютно сепаратистская, коллаборационистская партия, коммунистическая партия во главе с коллаборантом Евтыспаевым, она якобы прошла в парламент. Хотя я знаю, что максимум за нее проголосовал 1% населения, но ей нарисовали еще там 5-6%, и вот благодаря этому она оказалась в парламенте. Более того, я могу сказать, что вот я, как кандидат, открыто поддерживающий Украину, для себя, вы понимаете, да, для меня это был тест, вот, насколько меня, человека, которого называют главным казахобандеровцем и так далее, да, поддержат люди. Да, и выяснилось, что в моем округе, это левый берег Астаны, там, где живут в основном люди, обеспеченные люди, работающие в той же Акурде, в министерствах, в нацкомпаниях, они проголосовали за меня. Я получил порядка 70% голосов. Из 40 кандидатов, заметьте, да. Но мою победу своровали. У нас, вы знаете, и бюллетени подбрасывают, и наблюдатели убирают. Ну, короче говоря, у нас в Средневековье еще творится то, которое творилось последние 30 лет в нашей авторитарной стране. Но, опять же, я был очень польщен тем, что наш народ может отличить черное от белого. И он поддержал меня, в том числе и мои ценности. А мои ценности заключаются в том, что Украина должна победить. Украина на сегодняшний день мужественно сражается. И весь мир признал, что Путин фашист, и весь мир признал, в том числе и тот же приговор Гаагского там, или ордер Гаагского трибунала, да, конечно же, оказал шоковое воздействие на наши власти. Я думаю, что теперь у них
они не знают, что делать с этим ордером, потому что Путин стал нерукопожатным в более чем 100 странах. Кстати говоря, даже в Таджикистане римский статут тоже принят, поэтому ему уже нельзя ездить в Таджикистан, где располагается российская военная база. Ну, в Казахстане его могут принять или тоже откажутся, как вы думаете? Казахстан, к сожалению, не подписал этот римский статут, поэтому он может свободно заезжать и выезжать. А Но в поедет любом ли он? случае, когда мы знаем, когда все жители Казахстана знают, что президент Путин является человеком, который разыскивается за преступление, он является преступником, конечно же, я думаю, что от этого в нашей Акурде настроение у них лучше не стало. Арман, если говорить вот о такой подтасовке результата выборов и пророссийскости вектора влияния властей, насколько это опасно и вот насколько это вредит развитию страны, когда власть и народ смотрят в совсем другие стороны и хотят другие достижения других целей, и что же сделать, чтобы это уменьшить и перебороть вот то, что происходит, и больше не было подтасовки результатов и подобных явлений? Ну, опять же, понимаете, да? Дело в том, что я и десятки независимых кандидатов, которые хотели попасть в парламент, у нас же не было никаких экстремистских требований, да? Наша платформа предвыборная состояла из того, что мы хотим, чтобы в нашей стране был независимый суд, независимые суды, чтобы у нас были независимые средства массовой информации, чтобы у нас было настоящее разделение ветвей властей и не было, а системы, при которой президент может командовать всеми, да, и законодательной властью, и исполнительной властью, и судебной. К сожалению, традиции тоталитаризма у нас до сих пор остаются. Ну а тоталитарное государство, вы знаете, оно развивается намного медленнее. По сравнению с демократическими странами, уже есть расчеты ученых, что эта страна за 10 лет развивается ровно в 3 раза медленнее, чем если бы это была бы демократия, где были бы вот такие общечеловеческие ценности и принципы демократические. Поэтому я могу сказать, еще на 5 лет наша страна, ну, просто будет развиваться медленнее. Но мы не сдаемся, вот, и я думаю, мы будем продолжать эту борьбу. Власти прекрасно поняли, за кого проголосовал народ, они прекрасно поняли, что у народа совершенно другие чаяния. Я думаю, что они сейчас ломают голову над тем, как что-то поменять. Ну а с ручным парламентом, который у нас избрался в этот раз, ничего поделать невозможно. Будем надеяться, что все-таки эти изменения, возможно, каким-то образом придут побыстрее. И как вы думаете, что вообще сейчас, Арман, вот сейчас по состоянию на сегодняшнее число, 27 марта, способен еще сделать Путин? Вот готов ли он куда-то еще полететь? Ну, Си Цзиньпинь его приглашал, да, вряд ли кто-то пригласит. Готов ли он еще больше радикализировать свои действия? Чего нам стоит ожидать? Или все-таки уже ожидаем контрнаступления наших вооруженных сил, и оно будет решать даже тот порядок дня, который себе, возможно, распланировал Путин? Ну, я думаю, что однозначно Путин пытался даже, вы помните, наверное, да, в прошлом году, после череды неудач, когда они отступили от Киева, он пытался сам стать фельдмаршалом или там, кто там, Жуковым, да, и взял на себя ручное управление, и в итоге ничего из этого не получилось. Получилась очередная фиаско. Сегодня мы узнали, что там сняли какого-то там главнокомандующего Мурадова, который похоронил сотни или там десятки тысяч российских военных под Угледаром, да, за что ему сначала дали звание генерал полковника, а сейчас с позором уволили. Да? Поэтому я думаю, Путин прекрасно понимает, если он даже уберет Шойгу и поставит туда там Иванова, Петрова, Сидорова, от этого ничего не изменится. Потому что вся армия, она насквозь пропитана коррупцией. И все эти миллиарды, которые... это все равно, что тушить пожар бензином. Ничего они не могут сгенерировать. Да, все их эти новейшие технологии, новые танки, армата, мы так и не увидели на поле боя. Там прорывы эти, там уже 15 штук украинские военные подорвали, и больше, наверное, у них нету. Вот. Поэтому они тащат чуть ли не с постаментов, собираются снимать эти Т-34.
И я думаю, что Путин просто может продлить. Но я думаю, что здесь сольные номера будут исполнять ВСУ. Будет исполнять господин Залужный, Сырский, которые на самом деле не боятся и на самом острие атаки появляются. Мы помним, как россияне бездарно потеряли уже порядка 15 генералов, чего не было даже за всю историю Второй мировой войны, или там афганской кампании, или чеченской кампании, да, то есть я думаю, что российское военное руководство, оно представляет из себя дебилов коррумпированных, на самом деле я думаю, что наряду с доблестными воинами ВСУ российскую армию побеждает и коррупция, которая разъела ее изнутри за эти 30 лет. Поэтому я вообще ни разу не думаю о какой-то мнимой виктории, который есть в умах там у Путина и Шойгу. Я только верю в перемогу и знаю, что победит Украина. Однозначно. Спасибо вам большое за веру и за позицию. Ну, может, еще все-таки Патрушев покажет уникальное оружие. Это я шучу. Понятно, что показывать нечего. Сколько бы они ни повышали свои ставки в виде угроз, наши вооруженные силы их понизят, как только можно. Спасибо вам большое, Арман. Однозначно. Да, спасибо вам большое за вашу позицию, за вашу работу, за то, что находите для нас время. Благодарю вас, всегда рады вас видеть. Всего доброго. Спасибо, слава Україні. Героям слава, Армани, дуже дякую вам, що знайшли час. Друзі, вам дякую, що подивилися. Працювала для вас я, Ірина Узлова, і гостем цього нашого інтерв'ю був Арман Шураєв, це громадський діяч та журналіст із Казахстану. Дякую, що дивилися. Як бачите, по всьому світу, по різних його куточках, впевнені, перемога буде за Україною, за Збройними силами України. А на Путіна чекає одне – ганьба і поразка.